Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это рубрика «Тайны The Isle of Rima». Мы знаем, The Isle связывает достаточно много гипотез тайн с лором игры. Практически во многих других играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное послание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов тайн разбирали происхождение каннибалов, людей в игре и прочего, а также слышали их голоса. В прошлых сериях тайн мы слышали удивительные звуки, возможно, будущих игровых динозавров в игре. Многие игроки не обращают внимания на происходящие вещи, но есть люди, которые хотят изучить, изучают внутренний мир The Isle. Ведь многие происходящие в игре моменты так или иначе подчеркивают нам будущее и прошлое. Да и сами разработчики любят подразнить чем-то новеньким. Ну а в сегодняшней рубрике «Странный рев непонятного существа ночью». Сейчас идет много спойлеров на будущего Аллозавра, идут споры. Крик не похож вроде, а может и отчасти его созвучность. Кстати, прислал мне это мой подписчик Джокер. Отдельная благодарность. Слушаем. Как? Нет. Сейчас я прыгаю. В общем, пишите в комментах, что это такое. Палец вверх, подписка на канал и бац, и в колокол.